максимально практически все конкурсы уже отыграны. Если говорить по ямочному ремонту, который является сейчас, наверное, самым актуальным, конкурсы уже разыграны, определены не одна организация в этом году, а три организации с тем, чтобы все работы провести в максимально сжатые сроки, то бишь до 9 мая. Такая стоит задача перед теми организациями, которые выиграли каждую, так сказать, каждую территорию, потому что 20 с лишним тысяч квадратных метров явочного ремонта одной только организации выполнить невозможно. Это показал уже опыт и практика. Соответственно, в этом году вы все видите, сколько вывалилось фактически ямочного ремонта, необходимость дороги требует не только ямочного ремонта, но и капитального. Мы с своей стороны вместе с депутатским корпусом вышли с просьбой правительству Саратовской области с тем, чтобы нам дополнительно выделили средства на проведение именно капитального ремонта дорог. Но, тем не менее, ямочный ремонт сделать необходимо по погодным условиям. Мы готовы делать уже сейчас, но погодные условия пока нам не позволяют это сделать. Пока не позволяют. Хотя мы готовы в любой момент уже со всеми организациями приступить к масштабному ямочному ремонту.